японский массаж лица, от которого ваша кожа засияет. Одутловатость, морщины, неровный тон. Проблемы с кожей уходят далеко не так легко, как появляются. Вероятно, настало время воспользоваться методом, который испробовали тысячи людей по всему миру, в том числе топ-модели. Представляем вашему вниманию японский массаж Асахи, который сделает вашу кожу изумительной. Готовы узнать больше об этом универсальном секрете безупречной кожи? Тогда не переключайтесь! И не забывайте, что у нас на яркой стороне каждый день выходят новые полезные и интересные видео. Так что подписывайтесь и звоните в колокольчик, чтобы ничего не упустить. Ну а перед тем, как переходить к подробностям этого волшебного массажа, вам необходимо узнать о предостережениях и правилах, которым надо следовать. Во-первых, вам категорически нельзя делать этот массаж, если у вас нарушение лимфатической системы, сыпь, повреждение кожи, простуда или грипп. Да, это значит, что если у вас серьезные проблемы с акне, то такой массаж не для вас. Лучше обратиться к более безопасным методам. Но если ни одной из этих проблем у вас нет, то смело можете пробовать массаж Асахи. Номер один. Перед сеансом обязательно умойте лицо и продезинфицируйте руки. Также можно нанести натуральное масло или крем, чтобы снизить трение. Во время массажа воздействуйте на кожу так, чтобы вам было комфортно. И не забывайте уменьшать прилагаемые усилия, когда массируете уши, области вокруг глаз и под челюстью, а также шею. Самый эффективный способ массажа – повторять каждое движение 3 раза, а в проблемных зонах 4-5 раз. Если вы действительно хотите получить максимальный результат, то выполняйте массаж Асахи каждый день в одно и то же время. Но хватит теории разговоров, давайте перейдем к практике. Всегда начинайте сеанс с основного движения. Прижмите пальцы обеих рук к зонам прямо под висками, рядом с верхней частью внешней кромки ушей. Слегка надавите и проведите пальцами вниз до ключиц. Это простое движение вызовет отток лимфатической жидкости. Один из самых важных результатов этого массажа. Обязательно повторите движение 3 раза в начале сеанса массажа Асахи и в конце каждого его этапа. Номер 2. Теперь необходимо сосредоточиться на зоне вокруг глаз. Подушечками среднего и безымянного пальцев мягко надавите на внешние уголки глаз. Не меняя силу воздействия, проведите пальцами вдоль нижних век к внутренним уголкам глаз. Задержитесь на секунду, затем переместите пальцы вверх, рисуя дугу под бровями. После этого вернитесь к внешним уголкам глаз. Снова переместите пальцы из внешних уголков во внутренние и готово! Вы справились с зоной вокруг глаз. Номер 3. Теперь настало время помассировать лоб. Движения такие же простые. Надавите подушечками указательных, средних и безымянных пальцев на середину лба и разведите руки в стороны, к вискам, зигзагообразными движениями. Повторите 3 раза и не забудьте выполнить основное движение, когда закончите. Номер 4. Зона вокруг губ требует немного больше времени и усилий. Для начала положите обе руки на подбородок. Прижмите 3 пальца к середине подбородка и переместите их по дуге к верхней губе. Затем прижмите подушечки средних пальцев к крыльям носа. Переместите пальцы по дуге к переносице и обратно. Завершается этап скольжением пальцев от переносицы к щекам и обратно. Благодаря этому простейшему массажу морщины вокруг ваших губ исчезнут на долгие годы. Номер 5. Давайте теперь поработаем над линиями улыбки. Положите обе руки на подбородок и прижмите 3 пальца к его центру, как при массаже вокруг губ. Скользящим движением перемещайте руки к внутренним уголкам глаз, не меняя силу воздействия. Наконец, передвиньте пальцы вдоль зоны под глазами к вискам, и все готово! Номер 6. А сейчас сосредоточимся на массаже для упругости линии подбородка. Прижмите левую ладонь к левой части линии подбородка.
Затем переместите правую руку от края правой части линии подбородка к точке прямо под внутренним уголком глаза. Скользящим движением передвиньте пальцы из уголка глаза к виску. Затем выполните основное и самое важное движение на правой стороне лица, но только одной рукой. И в завершение этого этапа массажа Асахи прижмите правую ладонь к правой части линии подбородка и повторите все те же движения левой рукой на левой половине лица. Номер 7. Отлично, теперь перейдем к щекам. Если хотите оказать воздействие на скулы, то не забывайте об этом этапе массажа Асахи. Здесь вам понадобится выполнить два отдельных движения. Сначала положите руки горизонтально по разным сторонам от линии носа. Слегка надавите тремя пальцами и смахивающим движением переместите их в сторону висков. Обязательно повторите три раза, как и все прочие движения. Теперь сведите запястья вместе, держа ладони врозь, и немного надавите мягкой частью ладоней на подбородок и губы, слегка приподнимая щеки. Дайте рукам соскользнуть вдоль скул к ушам. И на этом данный этап чудо-массажа завершен. Номер 8. Но у нас остаются еще две непроработанные зоны, так что пришло время для подбородка. Без лишних предисловий сведите вместе запястья и разведите ладони, как в предыдущей части нашего массажа. Из этой позиции наклоните голову немного вперед и прижмите подушечки ладоней к подбородку. Затем проведите ладонями вдоль линии нижней челюсти к мочкам ушей. Благодаря этому движению второй подбородок вы больше не увидите. Номер 9. И наконец мы подобрались к так называемой зоне А. Она требует вашего внимания ничуть не меньше. Итак, поместите большие пальцы под подбородок, а остальные так, чтобы они встретились на линии носа. У вас должен получиться треугольник вокруг рта и носа. Оставьте большие пальцы на своих местах, а остальными двигайте от носа к вискам, слегка растягивая кожу. Эти три движения и основное в конце завершают сеанс массажа Асахи, расслабляя кожу лица и придавая ей здоровый вид. Вот и все, что нужно знать о знаменитом массаже Асахи. Не забывайте следовать советам экспертов и выполняйте его движения ежедневно в одно время, чтобы увеличить пользу. Но самое важное, внимательно слушайте свой организм. Ему виднее. Если у вас возникают неприятные ощущения, возможно, этот метод не для вас. Однако при правильном и регулярном выполнении всех этапов, данный японский массаж лица принесет вам поразительный результат за весьма короткий срок. В конце концов, не просто же так его называют методом омоложения на 10 лет. А что вы думаете об этой методике? Хотели бы ее опробовать? Или сомневаетесь, что она работает? Расскажите нам в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, чтобы они тоже могли убедиться в эффективности этого массажа. А чтобы увидеть больше полезных и интересных видео, не забудьте подписаться на наш канал и перейти на яркую сторону жизни. До новых встреч!